Итак, что нам для начала нужно? Нам понадобится, ну, естественно, сам судак, чеснок, лимон, оливковое масло, перцы, растительное масло, как обычно, ну, без чеснока никуда, баклажан, цукини, либо кабачок, болгарский перец, вот. Ну, морская соль, мука и море зелени. Зелени никогда не бывает много, ее всегда бывает мало. Режем чесночок. Судочка можно уже переворачивать. Получается шикарная румяная корочка. На природе, конечно, так поизвращаться не получится. Но в домашних условиях можно сделать любимое и приятное. На какой-нибудь праздник, например. Я думаю, она это оценит. Горный Алтай – центр Евразии. Здесь обитает самая многочисленная популяция сибирского козерога. На Алтае вы сможете в полной мере реализовать возможности дальнобойного высокоточного оружия –